Всем доброе время суток. Сегодня 22 ноября, канал Изимани. Данный ролик будет посвящен теме, вот я видео снимал по поводу нового способа заработка в интернете. Мы набирали тестовую команду. Команду мы набрали. На данный момент тестируем этот заработок. Заказчики есть, работа есть, но пока результата нет. Вот, я в группе уже ответил. Касается это в первую очередь тех, кто занимается биткоин-кранами. Желательно это все автоматизировать с помощью Зонапостера и всех остальных приблуд, связанных с этим. Вот. Из-за этого сейчас на данный момент мы тестируем, смотрим результаты. Как получится, что получится, я в любом случае отпишусь. И по ситуации уже будем двигаться дальше. То есть будем набирать людей или не будем набирать, все зависит от того, как данная тестовая группа себя проявит. Но хочу в этом видео сказать тем людям, которые реально хотят заработать в интернете без каких-то либо вложений, без, ну, короче, без вложений, что тут говорить. Я еще раз, вот вчера мы видео снимали, сегодня, сейчас. Смысл в том, что мы ищем людей в первую очередь на Украине, во вторую очередь в Америке, кто проживает. Почему? Потому что доставка товаров с Америки самый дешевый в Украину. Всего $5 за килограмм. Мы ищем таких людей. Мы ищем людей, которые любят покупать в интернете, особенно в Америке, особенно на Амазоне. Мы ищем таких людей. Заработать здесь не получится напрямую, но получится получать бесплатно товары с Амазона. Или, ну, не то, что бесплатно абсолютно, потому что придется там заплатить за доставку с Америки в вашу страну жительства. Почему я говорю про Украину и про Америку? Потому что в Америке, естественно, это сам Бог велел. Потому что мы работаем на данный момент с Америкой, с европейским Амазоном. Пока такого количества желающих раздавать свои товары нет. Мы ищем именно в Америке и ищем на Украине. На Украину почему? Потому что доставка всего $5 за килограмм. Россия, Казахстан, Беларусь дороже. Там есть свои препоны, ограничения по сумме там, в месяц на человека и так далее, и так далее. Что мы предлагаем? Мы предлагаем вам получать товары абсолютно бесплатные. Да, к сожалению, не кроссовки Nike, айфоны и плазменные телевизоры, но в любом случае полезные, хорошие товары по различным совершенно ценам. Ну вот, кому это интересно, обращайтесь ко мне в личку, потому что я вижу, спрос на заработок очень высокий. Ну, здесь, в принципе, вы можете получать товары и продавать через свои там доски объявлений, Сланда, Авито и так далее. В принципе, эти товары вы можете посчитать, посмотреть. Вот, если это все получится, понравится, мы можем вас научить, как получать больше и более интересные товары на Амазоне. Конечно, правила игры там постоянно меняются, но в любом случае информация для справки, думаю, будет полезна. Вот, так что обращайтесь, мы всему научим, покажем, расскажем, ну а там посмотрим. Всем удачи, всем пока.